Волонтерский отряд «Доброе сердце» общественного объединения БРСМ на постоянной основе проводит благотворительные мероприятия. В этот раз в рамках Международного дня защиты детей Белорусский республиканский союз молодежи совместно с территориальным центром социального обслуживания населения Московского района провели акцию «С добрым сердцем», цель которой – навестить как можно больше многодетных семей, чтобы подарить праздничное настроение. Я считаю, что это очень хорошая акция, потому что дети рады любому подарку, будь то канцелярия, какие-то детские игрушки. Вот мы, собственно, силами собрали все, что можно было подарить детям, игрушки, канцелярию, и вот едем, так скажем так, в праздничной такой обстановке поздравлять детишек. В этот раз волонтеры отряда «Доброе сердце» навестили семью, где воспитывается трое детей. У одного из малышей есть определенные особенности в развитии, тем не менее это не мешает ему полноценно жить, ведь он окружен заботой и вниманием родных. Сегодня в эту семью постучались волонтеры отряда БРСМ «Доброе сердце» и подарили деткам все самое нужное для учебы, а также немножко сладостей. Эта акция для меня значит помогать детям, оставшимся без привлечения родителей, инвалидам, дарить подарки, давать маленькую частичку добра им. Очень приятно, что вы уделяете нашим деткам много внимания. За подарки спасибо большое. Мы очень-очень рады. Волонтерский отряд «Доброе сердце» создает и реализует различные программы, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек среди детей и подростков, продвигает традиции добровольничества и благотворительности в Республике Беларусь. Все это делается ради одного, чтобы подрастающее поколение нашей страны чувствовало, что оно находится под постоянной защитой и знало, что всегда есть тот, кто придет на помощь.